Значит, тут так висит. Сколько раз бить, что означает? Евангелие считает. Так, опять это тревога. Фу. Коммунисты напали. Пожар. Никогда не знал, что собака так реагирует. Чего ты нервный такой? Фу. Фу. Бьют на бат, надо кого-то бить. Так, а тут у нас Виктория растет. А это называется на курьих ложках. Так все хранится. А вот это вот зал большой. Тут настольный теннис, послушка, занятия, молитвы. Серега выигрывал, да. И когда мы здесь молились, а был дождь. И в это время наш Коря, Коршуненок, ручной, он улетел с грачами. И возвращался, и дождь пошел. И он сел на стол, крылья-то размахнул здоровый, 1,30 м были. И провода замкнуло, его сразу убило. Картон. А с какой целью ставится? Нож еле закрыть. Ага. Ну, там даже видно маленько. Чтоб не дуло. Смотри, какая береза интересная. Не пробывала, да? Ну да. Вот здесь был разъезд, называется. Вот там один столбик остался. Вот это столбы, вот 75 метров, сразу и соединениями. И дети ходили, вестибулярный аппарат отрабатывали. Особенно, как бывает туман, и внизу не видать. Они идут как по воздуху. Ну вот так. Все здесь, видишь, разрушено, там упало. А с этого скачались тарзанки. Вы на тарзанке еще тут не качались, покачаетесь там. Там. Околодежа Васильевна. А вот они прыгают по этим колесам. А вот кровати, это батут, она подпрыгивает, и веревочка натянута, они держатся. Так, выходим тем же путем. Пойдем. Вот это вот каждая келья. Каждая. Ну а пошел отсюда. 8 часов это человек, смотри как. На 8. 4. Матрасы лежат картоном за. И от земли там 20 сантиметров. Это не на полу. Вот закроют. На зиму все это консервируется. Поднять ее, приподними, попробуй. А бывает на петле провисает. Нет? Вот эти очень хорошие, саманные. Да, да. Они как холодильник, они теплые или холодные, два варианта. Из чего все сделано? Такие слеги. Это надо нарубить где-то было, их ошкурить. Теперь глина, а сверху шифером. Нет. Глина с колонной. А глину вы где брали? Здесь? А вон яма-то, внизу яма, я когда шли зиму. Оттуда, да? Если я закрою туда что-то, заразь будешь? Нет, не закрыть, надо там убирать, что-то там попало. Ну пошли. Проходит. Да, сколько труда. Да. Скамейки. А это тут с разные вещи, полки лежат. Там тоже полки. А здесь привезли, столбы поставить. Володя ставил посмолить. Один гвоздь, а я мудрю что-то там. Я полки делал там, намудрил. Здесь как-то раз.
попроще сделано. А вот это вот знаменитый подвал. Пошли вперед. Барьер. Ураган, вперед. Опа. Выходите. Старик, барьер. У него на своем уровне. Вот смотрите сюда. Вот тогда здесь, когда пастухи были, вот этого не было. Просто там навозная большая куча. Это все под землей было. И мы так, когда уезжали, все заморовывали, куча. И сверху там ставим крапива сухая. И ничего нету. Но КГБ приезжали, все разбазаривали. Находили они щупами. Вот дальше. Они нашли. Туда лаз был прямой туда. Они туда спускаются, а там дрова. Но за дровами ничего не видно. Если бы они это не ленивые были, они бы нашли дрова оттуда выбросить. Дров много. Там лежат на всем протяжении, она длинная такая, лежат бревна. Но можно бревна вытащить. Бревна вытащили, там земля. Но если землей бы начали, они бы нашли-то там, в некоторых местах под землей, это уже третье предохранение, доски. Если эти доски бы они сняли, открылся вход вниз, шурф. И там картошка. Но если бы картошку вынесли оттуда, тогда одна из стен поворачивалась. И под землей шел тоннель, и теперь можно молиться, и светильники по сторонам. Это все ночами, ведрами вытаскивали. Это все попало в фильмы. Предчувствие. Вот все считали Кузнецова сегодня. А в другом месте нашли мы большая это, борсущая нора. Выкопали все. Заделали с землей, нету. И лазить только через борсущую нору. А туда, когда приезжали, допустим, то священники, что там хватало продуктов, все хранилось. Никто не мог найти. Мы ходили разными путями, чтобы тропинки никакой не было. И таких схронов у нас было где-то около 5. Ребятишки приходили с завязанными глазами, работали, уходили, опять глаза завязывали. И ни один не знал, где, а работали, ну, вот в тех местах. Это работа. Так, теперь по нашему заказу, инструментальный завод или какой-то там, вот эти вот плиты сделали. Я сказал, 1,5 метра. 1,5 на 1,5. А когда привезли, здесь сварили его, куда ставить? Я посмотри. И он вошел миллиметр в миллиметр. А под него там, вон, видишь, на кирпичах. И тут вода. Тут караси, гальяны, ребятишки тут видно, целыми днями смотрят. Ну и пошли дальше. Вот это вот шалаш. Смотри, какой шалаш мощный. Он сделан на 30 человек. Доски. Вот видно, что. А тут у нас было козликов пилить. Я не знаю сколько. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ну, примерно 8 козликов было. Один год мы напилили с бортами большие самосвалы, 14 машин. Забили школу, учителей. О, смотри. Сбили опять. И оторвали. Давай, сейчас. Привязать надо. Нет, 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 ниже, ниже, на той стороне. Вот здесь привязать там надо. Привязать. Как? Привязать. Посмотрите, нечего. У кого в кармане есть? Должно быть в кармане. Надо разрезать будет, на. Разрезать чем? Ножа нету никакого. Привязать вот к этому. Так, на, привяжи вот эту к этому. Столбу. Сейчас зайдем туда. Ну, ограда повалилась. Все. Здесь одна крапива вот такая вот плантация. Все выкорчевывали. А потом это сделали, возили на тележке, там косили это с камышом. Он непромокаемый. Сейчас не знаю. На 30 человек. Везде работа. В городе еще сделают. Ничего нет. Заходи сюда. А, видишь еще. Сережа, развяжи вас здесь. Нет, кто тут есть? Развязать и завязать. Сейчас я тебе покажу. Быть рядом и не посмотреть. А то сюда вот шагай. Это вот открывать задвижка.
заходи. Давай. Никогда не отдаляйся от нас. Все время, чтобы вместе. Вот, посмотри, сколько.